Камера вот в такой упаковке. А это продавец положил подарок. Я так понимаю, это что-то типа поплавка, чтобы если вдруг камера упадет где-нибудь с лодки на берегу реки, озера, в воду, чтобы она не утонула, а за счет этого поплавочка держалась на воде. Здесь характеристики камеры, разрешение, емкость аккумулятора. Интересно, эту камеру можно использовать как веб-камеру или нет? Что у нас в комплекте? В комплекте у нас камера в аквабоксе. Уже отдельно обзор по камере сниму в следующей серии, когда я заряжу, попробую, поснимаю, чтобы сразу показать вам, как она снимает. Ремешки. Видно, крепление на велосипед. Это крепление для штатива. А вот это может и... Можно и как веб-камеру использовать. Не знаю, попробую, посмотрю. Ну, на данный момент покупкой доволен. Все довольно неплохо сделано. Надо разобраться с камерой, как она включается, как достается. Надо зарядить, включить, ну и тогда посмотрим. Ну, уже на данный момент я покупкой доволен. Даже включилась. Пишет нет карты. И все. Выключилась. Ну, надо заряжать. Да. Заряжу. И тогда уже будем ее тестить. Спасибо, друзья, за просмотр. Напишите свои комментарии. Может, кто-то уже пользовался этой камерой. Посмотрим. Мне для съемки на природе давно нужна эта камера была. Главное, чтобы она более-менее неплохо снимала. Ссылочку на камеру оставлю в описании под видео. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.